тем, кто остался, желаем удачи, побольше пятерок всегда получать. Забыть мы не сможем родимую школу, и будем мы часто ее вспоминать. Мы тем, кто остался, желаем удачи, побольше пятерок всегда получать. Забыть мы не сможем родимую школу, и будем мы часто ее вспоминать. Август – месяц счастливого звездопада. Желаю вам выпускники
Не только успеть загадать желание, но и поймать свою звезду и удержать ее еще в руках. Наступает тот волнующий момент, когда вся ваша дальнейшая жизнь только в ваших руках. Так пусть же ее освещает свет добрый звезды вашей юности. Мы все сегодня испытываем очень сложные чувства. С одной стороны, это, конечно, радость, которая связана с тем, что перед нами открываются новые горизонты. А с другой стороны, нам всем сейчас грустно. Разумеется, в нашей с вами общей истории не все было гладко. Было всякое, но важно другое. Я уверен, что через много лет, когда мы будем вспоминать эти годы, проведенные в школе, все плохое и неудачи забудутся, а у нас останутся только самые приятные воспоминания. И это будет словно в кино. Дети могут стать взрослее, столь приятнее постареть.
вам. Мы признаемся честно, было нам интересно. Вы само совершенство в ума идет. Дорогие учителя, наш последний звонок, мы хотим поблагодарить вас за вашу свободу, любовь и признательность. Хотим пожелать вам успехов, удачи и несомненной правой деятельности. Для вас
несомненно, это тоже необыкновенный день, день полный переживаний, тревог, радости. Вы проделали длинный и тяжелый путь вместе с нашими детьми. Мы от имени всех родителей хотим сказать вам большое спасибо. Спасибо тем людям, которые привели нашим детям, помогли получить важные знания. Мы знаем, что обучение наших детей порой бывает сложным, трудным. За это вам отдельное большое спасибо. За ваше терпение, за ваше понимание. Мы надеемся, что ваши старания не пройдут зря, что наши дети добьются того, чего хотят в этой жизни. От лица всех родителей хотели бы пожелать вам здоровья, терпения, жизненных сил и, конечно, вдохновения. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо большое. Yeah.
А у меня новый шаг, и почему-то снова учитель. Не просто учитель, а классный руководитель. Давайте посмотрим небольшой сюжет. Ой, извините. Детям и взрослым.
всего 10. Из них 6 согласных и 4 гласных. Это слово мужского рода, второго склонения, ударение падает на третье слово. Старший брат этого подарка издавна созывал людей на общий сбор, гудел в часы опасности и радости. Это колокольчик. Символ подобного звонка. Его волшебный звон переносит нас из комитета в Афганистане. Вот и все. Детство позади. Мол, черты, и мы ее переступили. Но каждый из нас всю жизнь будет помнить, что все начиналось именно с этого рубежа в детстве. Каким бы ни стало наше будущее, сколько радости и счастья не принесло бы тебе, ты обязательно вспомнишь этот дом, твои друзей, эти волнующие минуты, и твои дети детства. Помнят, мы помним. Знаю, они любят и помнят, и ждут нас.